В Великобритании появятся городские мини-леса. Первый такой создадут в графстве Оксфордшир. Он будет размером с теннисный корт. Закладку семян и луковиц на опытном участке проведут уже завтра в городе Уитни. Для посадки выбраны дубы и березы, бузина и кизил, дикие яблони и терновик. Таких зеленых островков в королевстве создадут несколько сотен.